Сегодня мы будем смотреть очень интересный матч. До стартового свистка осталось совсем недолго, скоро все начнется. Здравствуйте! Вас приветствует лучший дуэт страны. Георгий Черданцев, Константин Генич. Мы будем вместе с вами в течение этой футбольной феерии. И надеемся, что наш комментарий будет не менее фееричен. Сегодня Фиорентина встречается с Ювентусом. Систо! Да, это совсем не точно. Верати. Мбаппе. Дрис Мертенс. Хал. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Великолепно сыграл защитник. Судья показывает, на угол поля подавать будет Ювентус. Центр штрафной, мяч направлен. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. А это не пенальти, здесь мяч можно брать руками, потому что это аут. И футболисты Ювентуса ведут мяч в угол. Даже углового не будет после этой атаки, удар от ворот. Мастерски сыграно, а дальше что? Курт Зума. Здесь прессинг. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Мертенс. Антони Марсиаль. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Ну и чего стоим? Кого ждем? Защитники решили отдать просто своего вратаря на съедение соперника. Ну, здесь нельзя все-таки не отметить высокое индивидуальное мастерство нападающих. Ювентус вышел вперед, игра возобновляется. Жортан берет. Угловой разыгрывают футболисты Фиорентины. И прямо в центр штрафной полетел мяч. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают, и снова ничья на табло. Все только начинается. Такой гол дорогого стоит, согласитесь. Видно, что они много работают над стандартами. Этот угловой они, конечно, здорово разыграли. После ответного мяча у нас 1-1. Мбаппе. Это удар! Угловой, шанс выйти вперед. Выручает вратарь свою команду. Мяч летит, центр штрафной. И выносится мяч из штрафной. Систо. Марко Верратти. Марсиаль. Нужно забивать и выходить вперед. Так, и пробил. Это гол. И повели они в счете благодаря этому забитому мячу. Здрасте, пожалуйста. Согласен, форвард сейчас просто взял и съел защитника. Итак, мяч в центре поля, Ювентус впереди. Марко Верратти. Ювентус атакует через фланг, и там свободная зона. Нарез в штрафную. Ну, не знаю, на что он рассчитывал, выполняя этот навес. Мбаппе!
Какой момент у Мбаппе! Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Очень, очень быстро они забивают второй мяч. Уже 4 гола в этой встрече забито. 3-1 еще. Жордан Веретур. Верати. Дрис Мертенс. Мбаппе. И это должен быть гол! Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Какой момент у Мбаппе! Меняет Ювентус счет на табло. Первый гол его только раззадорил. Вот, получите дубль. Такое преимущество еще в первом тайме. Немыслимо. Похоже, судьба матча решена. Жордан Веретур. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Мертенс. Мбаппе. Мбаппе. Вот это удар! Ударище, я бы сказал. Редкой красоты. Да, и, наверное, к вратарю здесь минимум претензий. Исполнено было здорово. Великолепный гол и к тому же третий. Да, и это уже хет-трик. Стадион просто с ума сходит. Невероятно начали они матч, конечно. 5-1 после первого тайма. В первом тайме команда обеспечила себе очень комфортное преимущество. Мбаппе. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Верать. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Луис Густаво. И мяч переходит к сопернику благодаря прессингу. Мбаппе. Атакующая комбинация Ювентуса. Потеря, но посмотрите, как здорово он затем вернул мяч себе. Молодец. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Вратарь решил отбить мяч. Перехват в центральной зоне. Какой удар! Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Первый тайм он провел просто замечательно. Но он за первый тайм сделал хит-трик. Какие тут еще могут быть вопросы? По-моему, с MVP этой встречи все ясно. Такой момент у Мертенса. Просто и надежно. Не получилось развить эту атаку. Защитники надежно сыграли. Партнеры поддерживают эту атаку. И удар! И это гол! Гол в исполнении Ювентуса! Ну что же, разрыв растет, и это уже похоже на разгром. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. И продолжают забивать и забивать. Сдается. Систо. А на трибунах-то полнейшая тишина. Да, приуныли болельщики, праздновать-то особо нечего.
Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Марсиаль. Марсиаль на убойной позиции. Как здорово он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец. Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Систо. Потеряли мяч, оказался он за лицевой, и это значит удар от ворот. Свежие силы выпускает на поле тренер. Алексей Миранчук. Отлично играет в пас. Прямо любо-дорого смотреть. Да, сыгранность и взаимодействие у этих ребят на высоте. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Алексей Миранчук. А вот это уже здорово. Есть удар. Опасно. Гол. Вот так случилось. Прямо перед воротами оказался игрок. Не растерялся и заколотил мяч в сетку. Этот игрок забил, но мы с тобой видели эпизоды, в которых футболисты промахивались в таких местах. Это действительно так, но вот здесь прямо все к одному срослось. Кто-то не доглядел, а кто-то вовремя подсуетился. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. До конца игры 7 минут. Хорошо мяч перехватили в атаке. Опасно! Ох, какой гол! Какой гол! Молодцы, не опускают они рук, хотя понятно, что отыграть отставание почти невозможно. А мяч забил, кстати, капитан команды. Ну, он красавец, он же должен быть лидером клуба, и поэтому ведет за собой своих партнеров. Стыдно, господа, счет разгром. Дождались мы гола, мяч в ворот. Тут, я смотрю, болельщики не особо рады. Они, видимо, не верят, что этот гол может что-то изменить в этой игре. Пошла последняя минута основного времени матча. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. И пробил игрок. А вот и гол Ювентуса. Вот молодцы, этот гол никак не меняет расстановку сил в матче, однако порадовать своих болельщиков команда старается, и спасибо ей за это. Да, команда уже... И победу в этом матче одерживает Ювентус.